Добрый день, это футболки Канада. Они у нас идут как секонд-хенд крем-качество, но вот по факту секонд-хенд здесь вот буквально несколько штук, наверное, там одна на два, на 15, на 20. В основном это новые футболки, и причем они здесь женские, мужские, детские, подростковые, в общем, всякие. Итак, размеры здесь очень разные, поэтому вот тяжело, ну, как бы отмечать, где женская линия, где мужская, потому что та же М-ка, она на мужской и на женской линии будет разная. Я уже вот так вот визуально покажу, чтобы видно было. Вообще хорошие, вот на них только этикетки не хватает. Очень редко, когда встретится что-нибудь там, да, я бы сказала так. Вот, например, на этой вот несколько точек. Все, в остальном она новая. Ну, большинство вот без дефектов. Без швов по бокам, ну, на американский манер. Плотная хэбэшка, двойной ворот. Они немножко длиннее, чем европейский вариант. Но многим это нравится. Зато они не сковывают. Знаете, особенно их любят люди, которые комфортники такие вот. Они вот их обожают, потому что приятное ХБ такое, без швов. Видите, вот это, по-моему, детский вариант, это тоже детский. Начиная где-то с 6-7-летнего возраста и дальше. Повторы тоже есть, да, они есть. Так, вторая часть лота. Где-то есть надписи на спине, где-то их нет. Но все равно большая часть, на мой взгляд, здесь мужских футболок и детских, ну, детских, подростковых имеется в виду. Так, чтобы вот были откровенно женские, не очень много. Хотя они такие, их все можно назвать унисекс. Подойдут и так, и так. Всего в лоте 128 единиц. Мне кажется, что 95% здесь это новые футболки. Итак, это были футболки Канада крем качества. Спасибо.